2018 года граница Мексика-США. У меня проблема, я уже не выдержала остаться в Москве. Я приехала сюда, потому что я там уже больше не могла выдержать остаться там. Подчинение миграционной службы ведомства МВД России вчетверо увеличило число нарушений прав приезжих из СНГ. То есть получается, что вы... Мне страшно там находиться. Об этом говорится в докладе «Нарушение прав мигрантов государственными органами России». Я боюсь, потому что я не могу выйти на улицу нормально ходить, как люди все обычные, да, там на работу ходишь, домой приходишь. Страшно по метро ходить, каждым шагу останавливают тебя милиция, допрашивает что-то там. С начала реализации проекта к нам в офис правозащитной организации «Мигрант Медиа» в Москве обратилось более 1500 человек из стран Средней Азии и Украины. Причем 87% это семьи, которые переехали в Россию по программе переселения из стран бывшего СССР, имеют легальное гражданство и российский паспорт, долгое время живут в стране и имеют работу. У меня российский паспорт. Они говорят, пока один достает у меня сумку себе. Начинает копать. Главными причинами обращения является незаконное задержание полиции и вымогательство, унижение госслужащими, насилие со стороны организации с националистической идеологией, дискриминация при приеме на работу, невыплата зарплаты, незаконное увольнение, недружелюбные отношения со стороны представителей других национальностей. Домой приходишь и ревешь, обидно это, а потом приходится работать, надо же не только себя, теперь мне надо думать о своей будущей ребенку. Ни для кого не секрет, что приезжие граждане с неславянской внешностью часто являются фигурантами сфабрикованных уголовных дел нерадивыми сотрудниками правоохранительной системы государства, которые используют несчастных как материал для квартальных планов раскрываемости преступлений. В ежегодных международных отчетах и СМИ, а также на нашем сайте «Мигрант Медиа» вы без труда найдете статистику. Когда мне один раз был такой случай, когда забирали, меня тоже наручники одевали. Если вы столкнулись с подобными случаями, вы можете обратиться к нам и получить квалифицированную помощь. Берегите себя и своих близких.